5 grand just to see you dance. 5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки. Меня зовут Люцис. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд обычной базы Player 8234. Для которой понадобится один железный топор и штуки 4 обычных, наверное. Сишка тут не нужна. Ну и лут такой себе, скудненький. Вот здесь надо сломать одну стенку, любую, что вы хотите, и открыть вот эти 6 ящиков, ну и станки, какие захотите. Так, готово. От 3 волн я избавился. Сломал все, что у меня хватило. Тут верстак хотел, но топоры закончились. Так, доска, бревна, еще бревна. Так, ящик. 2 стака кожи, 3 стака бревен, еще доски. Так, плотку брать, не брать. Давайте пока заберу, если что, потом уберу. Так, остальное меня не интересует. Дальше. Тоже неинтересно. Тут 5 аптечек, 9 бинтов. Это у меня украли. 5 бутылок воды у меня еще было. Так, это тоже заберу. Дальше. 10 слитков. Это у меня украли. Кожа. Не буду брать 5 штук. Изолент. Вот это заберу. Это у меня украли. Это я заберу. Так. Больше ничего. Здесь М-ка есть. Это у меня украли. Вот, собственно, лут, который был в пикапе. За исключением воды. Их было всего 5. Так, ну, больше я тут ничего такого не вижу для себя интересного. Что тут можно? Реально больше забирать-то нечего. Да, волокно. Веревки. Так, неинтересно. Байк. Тоже не собран нифига. Осталось главное пикап, если что-то есть. Байк тут навряд ли, да, его нету. Ну, вот такой вот лут за один железный топор и 4-5 обычных. В принципе, не так уж и скудно. Вообще скудно, как бы, ну, бывали базы похуже. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.